Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты объявило «желтый код» опасности на национальном уровне в связи с эпидемией коронавируса. С заявлением по этому поводу выступила глава Минздрава Виорика Думбровяна на заседании Комиссии по общественному здоровью. Власти заверили, что все медучреждения обеспечены лекарствами и защитным оборудованием. По просьбе пограничной полиции в Кишиневском международном аэропорту был установлен термосканер, где каждый путешественник подвергается термометрии для выявления лиц, подверженных риску заражения. Людям, которые возвращаются в страну, у которых присутствуют симптомы заболевания, настоятельно рекомендуется связаться с Национальным агентством общественного здоровья по телефону 0800 12 300. Следует отметить, что эпидемия коронавируса зафиксирована в Италии, которая стала наиболее пострадавшей страной в Европе и третьей в мире. К настоящему времени от вируса скончались несколько человек, есть еще более 150 подтвержденных случаев инфицирования. Порядка 30 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Наиболее пострадавшими районами являются Ломбардия и Венето, где были закрыты школы, рестораны, бары и госучреждения. Румыния уже предпринимает меры по борьбе с коронавирусом из-за динамики поездок румынских граждан по наземным и воздушным маршрутам между двумя странами. Министерство здравоохранения соседней страны объявило, что румыны, возвращающиеся в страну из Италии, из районов, где имелись случаи заболевания коронавирусом, будут оставаться в карантине в течение 14 дней.